Приветики, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Wildcraft. Итак, я решила все-таки докачать свою гориллу до 200 уровня, уж сколько можно терпеть, нужно докачивать. И я вам сейчас покажу, как я это делала, может быть, мой способ кому-нибудь поможет. Итак, отправляемся мы в китайский лес, потому что здесь у нас два босса, один обычный босс и секретный босс. Естественно, я на фиксированной камере оставляю всех в логове и беру с собой только Герду, свою супругу. Угу. Так, и втроем вместе с Пэтом отправляемся в китайский лес. Так, еще бы, конечно, желательно включить бустер, но, к сожалению, у меня остался только один, и я его припасла для кенгуру, потому что следующая прокачка у меня будет кенгуру. Все бустеры я уже потратила. Как вы видите, 199 уровень все-таки достигла. Так, цели все убираем, чтобы нам не мешали. И отправляемся на дракона, на китайского дракона. Так, отлично, бьем его. Фиксируем джойстик вот в таком примерно положении. И таким образом мы будем его бить несколько минут. Ну, где-то минуты 3-4 все это занимает. Итак, мы его победили. Я уже на паузе это все сделала. Теперь... Ой, я куда-то не туда побежала. Так, 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 так. Подождите-ка, мы же кружили-кружили. Нам нужно будет бежать вон в ту сторону. До секретного дракона. Ой, до секретного босса. Там не дракон же, да? Так. У меня Герда все время застревает там возле камня, поэтому я проверяю, действительно ли она за мной бежит. Так, и сейчас мы будем охотиться на секретного босса. Поехали. Все будем делать таким же образом. Фиксируем джойстик. И бьем босса. Ну, то есть я убегаю, а остальные его бьют. Мне кажется, этого будет уже достаточно. И мы, когда его победим, достигнем как раз 200 уровня. Итак, мы все-таки не достигли, да, 200 уровня. Оказалось, этого было недостаточно, поэтому мы снова возвращаемся... Ой, не бейте меня. Снова возвращаемся к китайскому дракону, потому что он уже респавнился. Угу. Отлично. Это очень удобно, бегать туда-сюда от дракона к секретному боссу и наоборот. Итак, вы очень быстро прокачаетесь. Все, бьем. Надеюсь, этого будет уже достаточно. И сейчас точно будет 200 уровень. Пользуйтесь, пожалуйста, этим способом. Для меня он самый оптимальный. Очень-очень быстро все прокачивается. Так, еще совсем чуть-чуть. Несколько секунд до 200 уровня. И... Ура! Мы это сделали. Сделали вместе с вами. Я очень-очень-очень рада. Нужно будет, конечно же, сейчас прокачать гориллу. И в честь этого события, наверное, откроем сразу сундуки вместе с вами. А вдруг повезет и выпадет мистик на гориллу. Раз мы ее прокачали, нам в приз давайте мистик на гориллу. Который я, кстати, уже выбивала, но у меня почему-то в игре он не сохранился. Я выбивала еще, когда они не существовали. Я даже шорт снимала по этому поводу. К сожалению. Ух ты, мистик скин на крокодила. Нет, нам нужно на гориллу. Нужен новый мистик на гориллу. А какие-то задачи я выполнила, но у меня нет цели выполнения задач. Так как я не хочу все-таки прокачивать Wild Pass. Он у меня сам по себе прокачивается. Я специально ничего не делаю. Ну, призы, конечно же, забираю, там какие-то есть. Можно даже будет с вами вместе посмотреть, что там за приз. А что можно будет забрать, что за награда? Ну, пока что открываем. А, подождите-ка, подождите-ка, я же... А, ну ладно, дальше открываем. Я там прокачала гориллу все-таки. Я думала, я ее не прокачала. Нет, я ее докачала и Герду тоже докачала. Поэтому эликсир пока что на максимуме. Так... Эх, неужели ничего не выпадет? Это будет очень-очень-очень обидно. Только мистик на крокодила? Неужели? И это все? Я хочу мистик на гориллу. Игра, прошу тебя, дай мне мистик на гориллу.
Любой. Мне любой подойдет. Я хочу, чтобы горилла у меня была в мистик скине. Ну, кажется, что-то мне подсказывает, что мне так ничего и не выпадет. Так. Угу. Да, действительно, ничего не падает. Очень обидно. Тут уже к концу идет. Давайте посмотрим, сколько осталось сундуков. А, нет, еще 38 сундуков. Еще есть шанс. Шанс есть, но небольшой. Все, к сожалению, дубликаты. Как сложно сейчас выбивать мистики. Просто невероятно сложно. Тем более еще и без подписки. Если бы была подписка, то, конечно же, шанс увеличен был бы. Но у меня подписки нет. И прокачиваю я животных без подписки тоже очень сложно. Подписка гораздо быстрее они прокачиваются. Так. Ничего не вижу. Новенького. Ну, хотя бы что-нибудь дайте. Новенькое, не дубликат. Эх, так, сколько осталось? 11, 11 сундуков. Так, раз. 3. Семь. И последний. Так, за рекламу можно будет еще один сундук открыть. Так, что? А, ничего. Так, подождите, это еще не все. У нас здесь есть подарок. Давайте откроем подарок. Может быть, нам выпадут монетки, и мы сможем еще пару сундучков удвоить, конечно же. Так, награда удвоена. Еще два сундука сможем открыть. Ну нет, ничего не выпало. Ну и ладно. Ну, это еще не все. У меня есть 10 обычных ключей. Давайте потратим ключики. И один эпический. Может быть, все-таки здесь повезет. Не знаю, не знаю. Смотрим. Так. Пока что ничего не выпадает. Еще два ключика осталось. И последний. Нет, к сожалению, здесь тоже не повезло. Эпический ключик открываем. И в эпическом сундуке тоже ничего не выпало. Вы представляете, обычные скины, редкий аксессуар. Да что ж ты будешь делать? Еще и редкий эликсир, ладно, если бы был легендарный. А, так, а ключик я потратила. Я уже боялась, что я его не потратила. Потратила ключик. Ну что ж, как-то так. Достигли мы 200 уровня на горилле. Потихонечку маленькими шажками двигаемся к цели. Следующая цель у меня кенгуру. Я ее уже активно прокачиваю. Прокачиваю на трансформации на олене. Вот, олень очень красиво сочетается с моей лисичкой. Прям гармонично. Что ж, ждите видео про кенгуру. Будем пополнять семью. Сейчас у меня кенгуру состоит из 3 членов семьи. Мама, папа и, по-моему, дочка, может быть, сыночка, я уже не помню. Вот, будем пополнять семью для того, чтобы разблокировать достижения. Ну и также потихонечку будем достигать 200 уровня и на кенгуру тоже. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft. А с вами была Прика, и увидимся в новых роликах.